На прошлой неделе таджикские власти принудили имам-хатыбов и членов их семей посетить молодежный театр имени Махмуджона Вахидова, спектакль «Гумрохон. Оступившийся». «Гумрохон» рассказывает о молодых таджикистанцах, поехавших в Сирию. Об этом сообщил Авшин Муким, пресс-секретарь Комитета по делам религии при правительстве Таджикистана 20 октября на своей странице в Фейсбуке. В спектакле мать одного из таких джихадистов, узнав о поездке сына в Сирию, проклинает его как предателя родины, сказав: «Никогда не прощу тебе свое материнское молоко». В свою очередь, проправительственный имам-хатыб города Душанбе Абдулхак Абидов заявил: Напомним, что не так давно имам-хатыбов некоторых мечетей в Таджикистане обязали продавать билеты на концерт. И данный случай, по мнению наблюдателей, в очередной раз указывает на усиление давления на религиозных деятелей, вследствие чего не следует принимать их политические заявления или призывы иначе, кроме как через призму того, что они являются подневольными людьми, послушно выполняющими волю режима и не соотносящими свои слова и поступки с нормами религии.